помочь аллергикам и сделать город чище. С такой целью ставропольцы вышли на городской субботник, чтобы главным образом убрать не мусор, а амброзию. Амброзия – это является очень сильным аллергеном. И поэтому, по поручению главы губернатора проходят постоянные субботники, санитарные пятницы. Также коммунальные службы проводят химическую обработку, покос карантинных растений регулярно. Цветение происходит в августе месяце, поэтому сейчас опасности никакой она не представляет. По статистике, аллергией на амброзию страдает каждый третий россиянин. Ежегодно ее цветение становится общей проблемой, с которой не справиться в одиночку. Поэтому на борьбу с сорняком горожане вышли все вместе. Здесь работники администрации города, коммерческих предприятий, сотрудники коммунальных служб и просто неравнодушные ставропольцы. Кто, кроме нас, это будет делать? Привлекаем жителей, пытаемся навести порядок, чтобы дети наши хорошо дышали и не было ни у кого аллергии. Ну, в общем, сделаем наш город чище и красивее. Для того, чтобы она потом не цвела, для того, чтобы люди спокойно могли ходить, наслаждаться, гулять. Серьезный вклад в процесс борьбы с амброзией можно внести, уничтожив ее возле своего дома или работы. Или присоединиться к очередному субботнику, который пройдет 3 августа. Тамара Годомская, Никита Чуб и Максим Квитковский, АТВ «Ставрополь».